Конечно, неприятная ситуация происходит у нас на Крымской и Красноармейской, где застройщик Джингарян. Вот сейчас подготовили иски, подготовили все, отменили ему это разрешение на реконструкцию, все. Он берет, переоформляет на юрлицо все. Понимаете? Мы с этого суда сейчас перетекаем в следующий суд, в арбитражный. То есть начинается вот это мышиная возня. У меня вопрос тогда. Это вот вы все депутаты здесь сидите. Общественность надо тогда напрягать это все. Нужно нам это там или не нужно? Нам это не нужно там. Надо там сквер, фонтан сделать, что угодно. В городе мало таких зон, поверьте мне.